В этом видео я покажу, как изготавливается покрытие парапета. Одна сторона готова, вторая сторона. Изделия гнутся на станке Ван Марк 2. Такой вот листогибочный станок. Ну вот спустя какое-то время покрытие парапета готово. Получилось у него крылья 100 мм, подгибка 50 мм и дополнительная жесткость еще 20 мм с обоих сторон. И сверху размер 260 мм. Данный парапет будет одеваться на кирпичную стенку 250 мм. По 5 мм на каждую сторону я даю небольшой запас, чтобы было свободно изделие ставить. Вот такой вот парапет. Изготавливал его не я, изготавливал шестянчик, с которым я работаю, у которого я заказываю детали. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, комментируйте, делитесь видео. На этом все. Всем пока. Пока.